Скульптор из Беларуси отмечены престижной наградой в области искусства премии Тейлора. Церемония прошла во время международной выставки Art Capital в Париже. Премия Тейлора вручается ежегодно по двум направлениям искусства – живопись и скульптура. Художница Валентина Шоба и скульптор Сергей Портенков были признаны лучшими. Отмеченную награду представителям нашей страны вручили впервые. Сложно выбрать работу для выставки. Вернее, я ее не выбирала, я ее сделала специально для выставки. Потому что, в принципе, я такими техниками практически не работаю. То есть для меня это было новое. Взять и придумать что-то на основе тех требований, которые выставила, собственно говоря, организация Grand Palais для того, чтобы поучаствовать в этом. Павильон Беларуси представлен на престижной международной выставке впервые. Здесь экспонируется 11 работ. Всего же в Art Capital принимают участие более 2000 художников и скульпторов из 40 стран.